Пузи собирался построить из снега настоящую крепость. Она должна быть где-то там. Пойду посмотрю, как у него дела. Ух ты! Какую крепость Кузя с ребятами построил! Интересно, во что в ней можно поиграть? Ну, как тебе крепость? Красивая! Ну пойдем, я тебе ее поближе покажу. Лунтик, нам просто срочно необходимо подготовиться к снежной битве с Пупсинем и Вупсинем. А то что-то они все время хвастаются. Нужно им нос утереть. Какая крепость интересная. Мы в ней готовиться будем? Ага, я тебе вопросы буду задавать. А в окошках покажутся мишени с ответами. Ты должен кидать снежки по правильным ответам. Но если случайно попадешь по неправильному, ничего страшного, снежков у нас много. Начали! Этот зверь умеет летать. Точно! Следующий вопрос. Этот головной убор носят зимой. А вот так! Прямое попадание! Продолжаем. Это животное не живет в воде. Яблочко. Следующий вопрос. Это птица. А вот так. Точно. Продолжаем. Этот инструмент используют учителя. Опа! Прямое попадание. Следующий вопрос. Осенью у этого растения опадают листья. Яблочко. Продолжаем. Эти плоды нельзя есть. А вот так. Точно. Следующий вопрос. На этом можно плавать. Прямое попадание. Продолжаем. Этот зверь хищный. А вот так. Яблочко. Следующий вопрос. Это дикое животное. Опа! Точно! Продолжаем. Это ягода. Прямое попадание. Все, конец хвостовству Пупсиня и Вупсиня. Теперь мы их наверняка одолеем. Все на снежную битву! Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Хорошо, что ты пришел. Пупсинь и Вупсинь вызвали нас на снежное сражение. Мы просто не можем оставить вызов без ответа. Снежное сражение? Ну да, снежками сражаться значит. Что ты стоишь? Нам нужно срочно тренироваться. Ну что, Лунтик, готов к тренировке? Ну, конечно, готов. Вот только как именно мы тренироваться будем? Я буду тебе задавать вопросы и подбрасывать картинку. Если картинка – правильный ответ на вопрос, выбирай сугроб с зелеными снежками. А если ты думаешь, что она неправильная – с красными. Все ясно?
А то ты не мог бы мне немного помочь? А то я сам могу не разобраться. На этом можно летать. Эх! Все верно, Лунтик. Следующий вопрос. Этот зверь очень хорошо плавает. А вот так! Молодец! Это правильная картинка. Продолжаем. Этот инструмент используют врачи? Опа! Ты настоящий снайпер, Лунтик! Следующий вопрос. Это растение всегда зеленое и летом, и зимой? Эх! Все верно, Лунтик! Продолжаем. Это насекомое больно кусается? А вот так! Молодец! Это правильная картинка. Следующий вопрос. Этот зверь травоядный? Опа! Ты настоящий снайпер, Лунтик! Продолжаем. Это домашнее животное? Эх! Все верно, Лунтик! Следующий вопрос. Эти плоды можно есть? А вот так! Молодец! Это правильная картинка. Продолжаем. Этот цветок? Опа! Ты настоящий снайпер, Лунтик! Следующий вопрос. Эта птица умеет летать? Эх! Все верно, Лунтик! Продолжаем. Это обязательно нужно надевать зимой на улице. А вот так! Молодец! Это правильная картинка. Следующий вопрос. Это рыба? Опа! Ты настоящий снайпер, Лунтик! Лунтик, ты без всяких сомнений настоящий снайпер! Но это же ты меня научил! Молодец! Ты сделал еще одно задание! Выполни все, и ты получишь приз! Нужно срочно посмотреть, как там мой тайный домик. Вдруг его совсем снегом замело. А вон и мой домик. Совсем снегом занесло. Что-то я замерз. Схожу к бабе Капе, погреюсь немного. Бабуля делает уборку. Надо бы ей помочь. Бабуля, а тебе помощник не нужен? Нужен, конечно. Хорошо, что ты предложил. Иди ко мне. Сейчас я расскажу, что нужно сделать. Лунтик, я никак не могу найти некоторые вещи в этом беспорядке. Помоги мне, пожалуйста. Конечно, бабуля. А что именно нужно искать? Я сделала список, чтобы тебе не спрашивать каждый раз. Вот он. Внизу экрана. Просто наводи на трафарет предмета курсор, и я скажу тебе, какого именно предмета мне не хватает. Хорошо, сейчас же приступаю к поискам. Помоги мне найти те предметы, которых не хватает бабе Капе. Для этого нажимай на предметы на экране.
и они появятся в списке внизу. А какое из животных ест больше всех? Как это ни удивительно, но самое прожорливое существо на свете – это не огромный кит и не свирепый лев, а небольшая стрекоза. За один час охоты она может съесть 20 мух. Если бы такой аппетит был у льва, то за один присест ему пришлось бы слопать целого слона. Откуда берется пыль? Большей частью пыль у нас в домах состоит из крохотных частичек отмершей кожи. Ну и, конечно же, это песчинки тротуара, соль от морского воздуха, пыльца растений и сухая земля, которые мы приносим на себе в дом с улицы. А что такое витамины? Витамины – это особые вещества, которые необходимы нашему организму для того, чтобы нормально работать, расти и развиваться. Некоторые витамины наш организм способен вырабатывать самостоятельно, но большинство из них мы получаем с пищей. Именно поэтому очень важно правильно и разнообразно питаться, ведь в разных видах пищи содержатся разные витамины. А как пчелы делают мед? Сначала рабочая пчелка собирает в специальный мешочек на своем брюшке сладкий сок цветов, который называется нектаром. Внутри этого мешочка из нектара постепенно удаляется лишняя вода, а сам нектар обрабатывается при помощи специальных веществ – ферментов. Когда мед уже почти готов, пчела кладет его в соты, где он постепенно дозревает. Отыщи мне, пожалуйста, одеяло. Отыщи мне, пожалуйста, одеяло. Почему мне снятся сны? Знаешь, Лунтик, это до сих пор так полностью и не выяснили. Ученые разных стран, конечно, придумывают разные предположения, но проверить ни одного пока не удалось. Выяснили только то, что сны снятся всем людям, хотя и не все их помнят. И то, что люди, которых все время будет в те моменты, когда им что-то снится, становятся более неловкими и раздражительными. Это значит, что зачем-то все-таки сны нам нужны, чтобы улучшить внимательность, память, ну и просто их очень интересно видеть. Почему нам хочется пить? Больше половины нашего тела состоит из воды. Вода помогает усваивать полезные вещества и выводить вредные. Участвует практически во всех процессах, происходящих в нашем организме. При этом она, конечно же, расходуется. Чтобы пополнить запасы воды, мозг подает нашему телу особый сигнал, и нам хочется пить. Что случится, если я проглочу жвачку или что-то другое, что не является пищей? Ну, если ты случайно проглотил что-то острое, ядовитое или просто очень большое, то это очень опасно, и нужно сразу же обращаться к врачу. Ну, а если это жвачка или что-то другое в том же роде, ничего страшного. Мышцы нашего желудка разобьют ее, а желудочный сок растворит. Потом все полезное, что там содержалось, организм впитает, а ненужное или вредное просто выведет наружу.
Так что ни жвачка, ни арбузные косточки в нашем теле жить не будут, а просто растворятся. Почему мне хочется спать? Во сне организм тратит меньше сил и энергии. Мы медленнее дышим, у нас ровнее бьется сердце, и мы практически не двигаемся. Это позволяет организму направлять сэкономленную энергию на другие нужды, например, на рост тела или его восстановление. Организму это просто необходимо, и поэтому, даже если тебе не очень хочется спать, делать это все равно нужно ради своего тела. Проснешься ты отдохнувшим, полным сил и чуточку подросшим. Почему нужно есть? Именно из еды наше тело получает все то, благодаря чему оно живет и развивается. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и клетчатку. Все эти вещества, как кирпичики, строят наше тело. Жить без пищи просто невозможно, поэтому обязательно кушай, когда приходит время еды. Пчелы рассказывают друг другу, где искать цветы. Ты не поверишь, но у пчел есть свой особый язык. Это язык танца. Когда пчела находит поляну цветов, она возвращается в улей и начинает танцевать. Различные движения в этом танце рассказывают другим пчелам, в каком направлении нужно лететь, как далеко находится полянка и даже о том, как много нектара на ней можно собрать. Вот спасибо тебе, Лунтик. Вроде бы все нашли. Даже не знаю, как бы я сама с этим справилась. Не за что. Я всегда готов помочь. Ну теперь беги, играй. Дальше я уж сама приберусь. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз. Нажми на эту кнопку, и увидишь, какие задания ты прошел, а какие остались невыполненными. Ух, тут тепло! А то что-то я совсем замерз. У деды такой важный вид. Наверное, чем-то очень нужным занимается. Пойду спрошу, вдруг ему помощь понадобится. Деда, а чем ты занимаешься? Смотрю в окно. Изучаю, так сказать, обстановку. Ух ты! А можно с тобой? Конечно. Послушай, Лунтик, пока мы будем с тобой изучать обстановку, ты бы мог заняться вот чем. Ищи за окном любых птиц, зверей или насекомых. А я за каждого найденного буду рассказывать тебе какую-нибудь историю. Хочешь? Ну, конечно! Почему птицы поют? Ну, для птиц пение – способ общения между собой. Рассказать о хорошем месте, позвать других птиц, предупредить об опасности и множество других вещей. Осталось 9. Какое животное является самым крупным на Земле? Самое большое на свете животное – синий кит. В длину они бывают больше 30 метров, а весят, как небольшое стадо слонов, до 150 тонн. Осталось 8. Почему пчелы и другие насекомые жужжат? Насекомые очень быстро машут крыльями при полете, чтобы держаться в воздухе и не падать. Жужжание – это именно звук работающих крылышек.
Бабочки машут ими редко, потому и нет звука. А комары, например, очень быстро, потому и возникает пронзительное жужжание. Осталось 7. Какие животные в мире самые мелкие? Самые мелкие на Земле, конечно же, насекомые. Некоторые из них в длину не больше долей миллиметра. Ну а самое мелкое млекопитающее – это летучая мышь Китти. Она по размерам не больше шмеля и живет в Мексике. Осталось 6. Почему светлячки освещают ночь? Делают они это благодаря особому органу на конце тела, который некоторые вещества перерабатывают в свет, но тепла не дает. А зачем им это? Ну, они так общаются и находят друг друга в темноте. Осталось 5. Почему при вращении у меня кружится голова? Ну, за равновесие нашего тела отвечает мозг. Именно он постоянно решает, что нужно делать, чтобы сохранять равновесие при шаге, сидении на стуле и даже сне. Информацию для этого он собирает по всему организму, например, глаз, ушей, рук. А если мы кружимся, мозг получает слишком много постоянно меняющейся информации и просто не успевает с ней справляться. И потому, прежде чем мозг справится с задачей и выдаст команду, как сохранить устойчивость, у человека кружится голова, и он даже может упасть. Осталось 4. Почему пауки не запутываются в собственной паутине? Ну, пауки делают паутину из разных нитей. Некоторые липкие для добычи, а некоторые нет. Именно по ним паук и передвигается. Но даже если он случайно попадет в липкие части, ему это не страшно, потому что у него на теле есть специальное жировое покрытие, к которому паутина не прилипает. Осталось 3. Отчего люди зевают? Это от того, что когда мы сонные, дышать мы начинаем неглубоко, и у нас в организме накапливается слишком много углекислого газа, и организм получает от мозга команду дышать глубже. По сути, зевок – это глубокий вдох-выдох, приносящий нам больше кислорода и очищающий легкие от углекислого газа. Осталось 2. Куда одеваются насекомые зимой? Большинство насекомых зимой впадают в спячку, чтобы проснуться, когда потеплеет, и продолжить свои дела. Некоторые насекомые, хоть таких и немного, перелетают туда, где теплее, а весной возвращаются. А некоторые и вовсе живут настолько мало, что не успевают дожить до зимы. Остался 1. Какое животное живет дольше всех? Дольше всех в мире живут черепахи. Они могут доживать до 150 лет. Некоторые моллюски тоже живут столько же, но только на огромной глубине, где у них меньше естественных врагов. Интересно все это все-таки. Но пойду я погуляю снаружи. Хорошо, беги, Лунтик. А я пока продолжу, в общем. Молодец! Ты сделал еще одно задание. Выполни все, и ты получишь приз.